собрались на монтаж. Сегодня едем монтировать шпалеру 6-метровую. Тут у меня обойма целая студентов, учеников, да? Ну все. Вот. Там инструмент, багажники, все дела. Сейчас поедем на монтаж. Буду учить молодых, юных студентов, да? Монтажников. Как деньги надо зарабатывать. Приехали на монтаж шпалеры 6 метров. Вдоль забора. Распаковали, разложились инструмент. Сейчас начнем монтаж. Под малину. Делаем шпалеру. Забили первую, сейчас вторую, потом третью. И по уровню выровняем, потом троса натягивать. Уже футболка сохнет. Сушится на солнце. Собрали железо. С помощью уровня выровняли. И шуруповерта с битой на 8. Скручивается очень легко. Саморез кровельный на 8. С битой на 8. Там отверстия просверлены. Дети у нас тут как обычно. У нас сегодня у нас детский сад. Сейчас будем натягивать троса. Сейчас согласуем, где в каком месте, и будем натягивать. Пока монтаж, дети играют. Я готовлю толрыб, троса натяжителя. То есть подготовка. С одной стороны натянули, вкрутили кольца на сами железяки, на рогатины. И потом будем натягивать троса. Не прошло часа, и шпалера готова, 6-метровая, 4 троса. Все очень легко и просто. Забиваются рогатины, скручиваются вверху прогонами и стягиваются тросами 3 на 4 в ПВХ плетки. С двух сторон толрыбы. Вот такие кольца. Все, можно натянуть сколько угодно. Вот такая конструкция. Немножко живенькая, но стоит наглухо. Никуда не денется.